Рыжие следы ржавчины не будут проблемой, если вовремя и грамотно подойти к вопросу их удаления. Существует достаточное количество народных и профессиональных средств, среди которых можно выделить одно. Наиболее эффективное для снятия ржавчины и безопасное для здоровья человека – лимонная кислота. Это доступное для всех средство, позволяющее быстро избавиться от пятен ржавчины практически с любой поверхности. Сок лимона – настоящий помощник в борьбе с ржавчиной и налетом на столовых приборах. Обработайте вилки, ложки, оставьте пропитаться и смойте теплой водой.